Торжественное посвящение в пионеры юных жителей нашего города состоялось в областном центре на священной земле цитадели над Бугом, на площади церемониалов у Вечного огня. Порядка 500 ребят находились в волнительном ожидании получения нового статуса, свидетельствующего об их принадлежности к международному детскому движению, обязывающего активно участвовать в общественной жизни страны, в решении задач организации, а также быть достойными гражданами Беларуси. Пионеры нынешнего образца, школьники, отчетливо понимающие, гордое звание – это взрослый шаг. Впереди их ждет масса неизведанного, оттого и интересного. А еще на их плечи ложится большая ответственность. Они работают в Брестской крепости. Помогают, наверное. Убирают. Хорошо. А почему тебе хочется стать пионером? Потому что мой дедушка работает в Брестской крепости. Будешь помогать ему? Да. Они очень ответственные люди. Участвуют в различных мероприятиях. В честь их есть лагеря, помогают ветеранам и много. Тебе захотелось вступить в их ряды? Да. Что ты знаешь о пионерах? Ну, пионеры – это всегда первыми. Должны помогать младшим и взрослым. Они должны делать наш город чище. Мероприятие посвящения в пионеры для этих ребят особенное, ведь оно состоялось накануне юбилея организации 95-летия. Вдвойне знаковым для каждого было давать торжественное обещание о готовности действовать в соответствии с идеалами и устремлениями пионерии вместе, неразрывно связанным с историей страны. В праздничной обстановке ученики разных школ города произнесли клятву на верность родине, пообещали быть достойными гордого звания пионер. Сегодняшние дети, они, конечно, современные дети, поэтому и пионерская организация, немножко поменялась, то есть она перестроилась именно под современных детей, под их желания, под их потребности, под их какие-то игры, под их увлечения. Поэтому современная пионерия, она взяла из всесоюзной, то есть пионерской организации, которая в этом году, 19 мая, исполняется 95 лет, наверное, самые лучшие традиции. В Брестской области осуществляют деятельность по разным направлениям 499 пионерских дружин. Ежегодно в большую дружную семью вливаются порядка 10 тысяч новых ребят. Все это говорит о том, что юными берестейцами руководит огромное желание стать частью организации, следовать ее уставу и соблюдать традиции. Повязавшие галстуки, в этот день пионеры, еще будучи октябрятами, проявляли активность в жизни своего класса и отряда. Участвовали в городских мероприятиях и старались быть во всем первыми. В дальнейшем они будут стремиться к новым результатам в общественной деятельности. И нет никаких сомнений, что впереди у них множество полезных дел.